И, в принципе-то, ничего не мешает сейчас зайти на хайграунд. Рейдинг Урса в соло забирает Кора. Кор нельзя погибать. БКБ нажимается от Рицу в последний момент. Но здесь еще Визажа есть. Визажа может цепануть. Там сетка в двоих. Божественно. Глобал Сайленс нажимает. Там пока Митроскерс нет возможности использовать. Сайленс падает так из Винтер Виверна. Пока не видит никого, чтобы подконтролить. Это просто два моментальных пиков. А байбек от Арквардена. Естественно, тебе нельзя здесь было погибать. Нажимается байбек. Окей, на боте фейсдриллер. У него проблемы. Мана нет. Нажать ничего не может. Даже просто нажимает. Дасты, неплохо, работает Winter's Curse, это второй байбек, и Сайленс возвращается в игру. Незера здесь выживать никаким образом не может. Фокус по Клинкзу, Клинкс Таверну. Нужно байбекаться, байбеки есть или нет. Дайр нажимает все байбеки, это уже четвертый байбек. Много ГВП нажимает, 410. Это смерть от Деса второй раз. И похоже, это 2-0 в этой серии для Troublemakers. Шикарно, круто, замечательно. 4 ненужных смерти для